Я не знаю, как будет отдыхать панк-рок звезда, нужно ей позвонить, уточнить. Вот. Что касается музыкантов группы «Тараканы», я тоже, кстати говоря, не знаю, как именно будут отдыхать ребята. Вот. Я же хотел бы эти полтора года провести так, чтобы ни на одну секунду в течение этого времени не вспоминать о том, что я музыкант, играю в группе, у группы есть планы, ответственность, долги. Висящие песни, не сочиненные. Краудфандинговая компания текущая. Какая-нибудь еще такая. Вот. Я бы хотел быть, да, я бы хотел быть человеком, у которого как бы нет рок-группы, который не живет этим. Я хочу это время провести, не живя вообще делами коллектива, ни в творческом смысле, ни в административном, ни в плане менеджмента, ни в плане того, что происходит в соцсетях. Ну, короче, спокойно. Как люди отдыхают от станков, да, именно так. Как-нибудь еще. Кино, оказывается, снимали все это время различные кинематографисты. Книжки писали различные писатели. Музыканты сочиняли и выпускали пластинки. Вот. И все это можно послушать, посмотреть, почитать. Можно просто подумать. Подумать. Я вот люблю думать, например. Просто меня стало немного напрягать тот факт, что я стал чувствовать физическую усталость. Я до этого ее вообще не чувствовал как бы никогда. Ну так только, если вот валишься уже с ног, пора спать. Вот. А тут смотрю, что-то ну, уставать стал. И вот думаю, надо отдохнуть, наверное. Отпуск пора.